Заинтересовать слушателя, передать с помощью голоса свои чувства и эмоции. В Петропавловске проходит мастер-класс продюсера и рок-музыканта Элхана Ахметова. С местными исполнителями он делится техникой пения в блюзовой манере. На одном из уроков побывала наша съемочная группа. Первое правило, которое знать должен вокалист – техника дыхания. Просто так петь невозможно. Такой мастер-класс в Петропавловске проводят впервые. В зале местные вокалисты, шоумены, педагоги и просто те, кому интересно побольше узнать о блюзе. Продюсер и рок-музыкант Элхан Ахметов приехал поделиться опытом и раскрыть секреты сценического искусства. Он впервые взял в руки гитару больше 40 лет назад. Простое увлечение переросло в дело всей жизни. Элхан работал и с начинающими певцами, и со звездами казахстанской и российской эстрад. Это направлено на максимальный охват технических навыков для вокалистов, которые им необходимы крайне, как воздух, выносливость, экспрессивность. Всегда в музыке есть революция, всегда, и это рок-н-ролл. Алексей Мишаченко на сцене около 20 лет, занимается в основном эстрадно-джазовым вокалом, а потому ему особенно близка тема мастер-класса. Классические вокалисты, они, к сожалению, к моему большому, они заложники жанра. Жанр, который сложился уже много столетий назад. А блюзовая школа, она применима как на эстраде, так и в рок, и в джаз-произведениях. То есть это такой всеобъемлющий термин, который включает в себя очень много. Поэтому это интересно. Все занятия бесплатные. Они будут проходить до 15 февраля с 12 до 14 часов в здании областной филармонии. А уже в пятницу в 7 вечера там же пройдет гала-концерт лучших исполнителей и участников мастер-класса. Алина Баржанова, Адиль Нуржанов. Новости МТРК.